Алло, да, привет. Че, ты готов видео снимать? Да, готов. Чего? Я тебе подарю какой-то нож подороже. Возможно, даже нож-бабочку. Прикинь. Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК. И прямо сегодня, прямо сейчас я сделаю очень неожиданный сюрприз для моего племянника. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Потому что прямо сегодня будет просто, ну прям полная попа. Ребятки, надеюсь, вы готовы к этому трэшу. Потому что прямо сейчас я перевел моему племяннику голду и хочу ему купить нож. Вы спросите, Кента ПК, а где все его скины? Дело в том, что он продал весь свой инвентарь и сказал: Кента ПК, я буду собирать на нож. Но пока он не знал, я резко зашел на его аккаунт, докинул голды, там не хватало больше половины. И прямо сейчас, ребятки, мы купим ему нож! Он мне говорил, что ему нравится керамбит скретч, поэтому прямо сейчас я его куплю. И он будет просто-напросто в шоке. Ребятки, покупаем. Так, покупаем. Давайте, 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 давайте! Да-да-да, и самый прикол в том, что он все это не знает, представьте. Так, ну что же, а сейчас давайте я выйду с его аккаунта. Позову его в Дискорд и скажу, типа, денька, погнали снимать видео. Он зайдет, увидит нож и будет просто в шоке. Все, давайте. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. Так, ну что же, я его только что позвал в Дискорд, и сейчас будет весело. Алло, Денис, привет, ты тут? Алло, да, привет. Че, ты готов видео снимать? Да, готов. Так, ты можешь сейчас вебку включить, пожалуйста? Сейчас, подожди. Да, включаю. Давай, 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 давай. Включи. Че, как вообще дела у тебя? У меня, да, все хорошо. Все, давай, заходи. Заходи, добавлю тебя в лобби. 5 minutes later. Чего? Ну, короче, я решил тебе сделать подарок, потому что все писали нож Денису, решил тебя порадовать. Ну что, как раз какой ты хотел, да? Как раз и хотел, да. Это все благодаря подписчикам и мне. Ну, короче, мы все вместе от нас, от канала Кента ПК решили тебя порадовать. Надеюсь, ты рад. Погнали, погнали, погнали. Прямо сейчас у нас будет с тобой мега-битва на новом ноже. Давай, давай в игру зайдем. Че там? А ну показывай, показывай свою красоту. Давай, я жду тебя. Ты где? Ой-ой-ой, что это за парень с керамбитом? Вот этот красавчик. Блин, еще. Ох, блин, это первый килл. Значит, первый килл на керамбите ты сделал дядю, да? Значит, дядю замочил первым киллом. Да, да. Обалдеть. Если ты меня выиграешь, я тебе подарю какой-то нож подороже. Возможно, даже нож-бабочку, прикинь. Так, давай, играем, получается, только Б и Тёмка. Играем на ножах, и если ты меня выиграешь, ты можешь получить еще один нож. Но ты меня вряд ли выиграешь. Ничего себе, ты жесткий. Так. Так. А! На! Обалдеть, вот это ты жестишь, красавчик, 1-0. Мне так кажется, или когда у тебя в руках появился нож, ты стал более скилловым? Мне тоже так кажется. Ребятки, если вы хотите, чтобы я подарил нож кому-то из вас, в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, и именно там в ближайшее время я разыграю нож, поэтому обязательно переходи и подписывайся на мой телеграм-канал, там много всего интересного. Так, ну что ж, Дениска, ты готов? Ой-ой-ой! Я тебе да, давай, давай, давай. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, если нравится видео с племянником, потому что прямо сейчас я сделал с него котлету! Не, слушай, ну это было жестко. Выиграем кента, выиграем кента. Да, никого не выиграем. Слышишь, вообще забудь это слово выиграем. Да ё-моё. А, боишься? Боишься? На! Да блин, 2-0! Да ну! Ты чё? Мне ещё ещё надо будет наш бабочку тебе дарить? Обалдеть, ты жесткий. Я просто в шоке. Слушай, вообще красавчик. От меня лично тебе респект. Так, ну что же, поехали дальше. Пока что Дениска меня выиграет. Но ой, это ненадолго, это ненадолго. Как говорится, удар в печень никто не вечен. Удар в печень племянник не вечен. Ребятки, к вам есть вопросик. Вы в курсе, что у меня есть и второй племянник? Так вот, я вот думаю, а может мне прокачать его инвентарь? Если бы вам было это интересно, хэштег ждем второго племянника. Так, ну что ж, Дениска, полетели даль. Ох ты, блин, Денис, ну, не, ну ты на кого батон крошишь? Ты на кого нож поднимаешь? На дядю? Ой, ну да. Как тебе не стыдно? У тебя же керамбит голд. Ну, оба! На! Обалдеть, ты жестишь, 3-1. Не, слушай, я понимаю, что хочешь нож-бабочку, но... Но, Денис, ты меня банкротишь так скоро.
Так, Дениска, рассказывай, каково тебе играть с новым ножом? Ты рад вообще? Вообще, да, я такой рад. А это тот нож, о котором ты мечтал, правильно? Конечно. Блин, ну я да, рад. Это он самый красивый, на мое мнение. Так, а ну-ка, ой-ой, ты че там танцуешь? На. Сейчас убьем это. Давай. Нет, на. Да ну. Так, ну что же, счет 4-1, и, к сожалению, кем-то пока проигрывает, представьте себе, как такое возможно. Так, иди сюда, молодой. Опа! Ох ты, блин! Да как? Ну ты живущий! Хэштег фух! Ништяк, ребятки, 2-4, у меня появляется маленький шанс на камбэк. Да, дуэли против кента играть очень выгодно. Получил нож, можешь втрое выиграть, если выиграешь дуэли. Обалдеть! Был бы мяг, да, такой. Что? Так, только не говоришь, ты меня обойдешь. Решил бамбу заплатить. А кто тебе разрешал? Ну зря ты так. А я не знаю. Давай, как мужики, иди сюда, иди сюда. Мне керамбит разрешил. А! На! Блин, счет 5-2, и походу, я проиграю нож. Вот так. Ну слушай, ну Денис, ну ты на кого батон крошишь? Ну я все, конечно, понимаю, но давай лучше без этого. Понимаешь, что керамбит решил понтануться. И кстати, я в шоке. Я думал, Денис будет очень долго к нему привыкать. Он буквально спустя 5 минут играет уже лучше, чем я, с керамбитом, который у меня уже есть больше года. Я просто в шоке. Денис такой-то нереальный. Так, ну а ты меня убиваешь только потому, что у тебя лучший керамбит. А, только поэтому я тебя убиваю, да? Да, смотри, какой у меня скретч. Не, слушай, неплохой скретч. А ну-ка, а ну, покажи скретч. Посмотри, какая у меня анимация. Да, ты шо? Не, у меня лучше. За шарму! О, нет. Вот это по-нашему! Ох! Запрятался. Запрятался за ящиком. Подожди, стой. Я за ящиком, я жив. А, управление залагало. Давай. Это просто габ. Давай, Дениска. Так. Я ФК! Да как такой? Я ФК. О, да! Фух! 5-5! Ну наконец-то закомбэчил! Я уже думал, все, ГГшечка. Блин, поехали. Слушай, я 3 раунда подряд выигрываю. Возможно, это знак свыше, что сегодня кем-то пока победит, как думаешь? Я думаю, нет. Думаешь, верно проиграешь, да? Думаешь, кем ты пока? Ну ты голимый нуб, ты мне нужен только, чтобы скины отдавать, да? Да. Серьезно, так думаешь? Да нет, конечно. Ладно, давай, поехали, а то я испугался уже. Так, а ну-ка. Сейчас мы, ребят, племяннику покажем. Кто дядя, кто тут племянник? А ну иди сюда, куда бежишь? Тише. Ты на колбатну кружишь. Так, все, я в домике. Блин, пистолет запрячь, молодой человек. Ё-моё, ребят, меня поджимает. Все очень плохо. Да! 6-5, да. Фух, 4 раунда подряд. Я просто, кажись, походу, разыгрался. Я разыгрался. Да я не тоже за камбэч, я уже выигрываю тебя даже. Фух, ребята, очень сложная дуэль, но все-таки кентуха побеждает. Возможно, сейчас камбэк сделаю. Не, забудь о слове камбэк. Камбэк — это плохо. Против дяди камбэчить нельзя. Так, я, короче, я тут постою. Вот, о, я посижу. А давай на приседе. Садись. Давай. Вот, это будет весело. На приседе. И не встаем, понял? На приседе. Окей. Давай, это будет реально весело. Ну, давай. На. 7-5. Фух. ГБ у меня одна хп, ты понимаешь, насколько все плохо. Блин, ну ты красавчик, играешь прям очень хорошо. Да, я же еще даже не привык к нему, а уже 5 кило сделал. Да ты не то, что не привык, ты просто какой-то нереально жесткий. Я не знаю, как ты это делаешь, но ты реально очень жесткий. О, давай дуэль устроим. Прям сейчас, давай дуэль. Иди на центр. Какую дуэль? Смотри, не, на ножах. Смотри, иди сюда. Смотри, иди сюда. Встань сюда, видишь? Поворачивайся ко мне спиной. Спиной поворачивайся. Сейчас будет прикол. Дуэль. И давай, делай 10 шагов вперед. Примерно. Раз шаг, два шаг, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай, смотри на меня. Поехали! Племянник против дяди, кто кого? Да! Это победа, 8-5. Да. Но я так думаю, что Денис все равно не расстроен. Он не получил нож-бабочку, но тем не менее, у него есть керамбит скретч. Дениска, ты рад?
Конечно. Ну что же, ребят, когда вышло видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал и хэштег больше племянника, тогда я сниму видео с племянником. Все, ребятки, всем удачи, всем пока.